сейчас пришли наши уже российские патриоты, предприниматели с патриотическими чувствами, которые вложили сотни миллионов рублей. А так в перспективе еще хотят вложить несколько сот миллионов рублей. Мы произвели замену фасовочного оборудования в цехе розлива. Ремонт там произвели, систему канализации заменили, силовую электрику, установили станцию ледяной воды, компрессорную по воздуху, по сжатому воздуху. На этом заводе она из свежего молока. Молоко у нас сырье поступает из разных регионов Чувашии. Молоко, которое поступает, мы сразу его пускаем на переработку. Молоко ультрапастеризованное, она вырабатывается по новейшим технологиям, где обработка идет при температуре 137 градусов, выдержка 4 секунды и сразу моментальное охлаждение. Это асептический продукт. Вся основная технология, получается, идет все в закрытой системе. Стерильность производства и соответствие санитарным нормам. Очень нравится, в принципе, здесь так, все условия есть для того, чтобы производить молоко высокого качества. Человеческие руки тут не прикасаются, поэтому этот продукт позволяет хранить так долго. И можно его даже хранить, получается, при комнатной температуре, и с этим молоком ничего не случится. Хранится такое молоко в асептической упаковке, которая позволяет не проникать внутрь свету, бактериям и кислороду. Важной частью такой упаковки является алюминиевая фольга. Она создает эффект холодильника и не позволяет продукту нагреваться. Поэтому молоко остается свежим даже при температуре 25 градусов. Пастеризованное молоко – это высококачественный продукт, подвергшийся термическому удару. Обработка длится 4 секунды при температуре 135 градусов. Этого вполне достаточно для того, чтобы убить все болезнетворные микроорганизмы и сохранить полезные вещества и витамины.
принимаемого сырья 130-150 тонн, потому что мощность оборудования позволяет ежесуточно выпускать мне 130 тонн готового продукта. Раз. Это ближайшее. А второе. Первый квартал второй квартал следующего года. Это установка новой линии по UHT-продукту мощностью 12 тысяч упаковок в час. Формат 0,5, 0,7 и литровый.